Дорогие друзья, буквально несколько минут назад в своем телеграм-канале российский телеведущий Андрей Малахов сообщил о трагедии, которая произошла с его лучшим другом, российским киноактером Сергеем Мастаховым. Я прошу вашей поддержки, друзья, подпишитесь на наш канал и смотрите наши новости каждое утро. Оказывается, сегодня ночью двое неизвестных лиц набросились и избили актера Сергея Астахова прямо возле подъезда его дома в центре Москвы. Это произошло в тот момент, когда актер шел домой от своего друга. У актера при себе была очень большая сумма денег, которую он одолжил у своего друга. Более 300 тысяч рублей. Нападавшие забрали данную сумму, а также забрали у него мобильный телефон и паспорт. Прохожие увидели это все и вызвали скорую помощь. Также наряд полиции, к большому сожалению, нападавших задержать не удалось. Сейчас наш актер Сергей Астахов находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Есть сообщение о том, что он уже готов написать заявление на данных лиц. Подробности будут на нашем канале в следующем выпуске, друзья, поэтому будьте всегда с нами.